Всем доброе мирное время суток, мои дорогие уважаемые подписчики. Всех рад приветствовать на своем канале «Что в старой шкатулке». И сегодня у нас новое видео, обзор покупок. Покупок мало, но они есть. Давайте поближе познакомимся с каждым предметом отдельно. Вот такая вот книга. Хочу вам нагнать аппетит на сон грядущий. Книга о вкусной и здоровой пище. Да, ребята, были такие вот книги. Может, кто-то старшего поколения помнит, потому что это книга 50-х годов. Интересная книга, увлекательная, о вкусной и здоровой пище. Государство заботилось о народе и волновалось, и переживало, что они кушают или мажут они на хлеб масло без икры. Вот такая вот книга. Смотрите, какое тиснение. Интересная книга. Такая массивная, здоровая, ребятка. Тяжелая книга. Посмотрите, здесь овощи, фрукты, морковка, виноград, колбаса, молоко, яйца и селедка. Вот, сейчас мы вместе с вами давайте рассмотрим ее. Вот, смотрите, вот какой стол. Накрыт стол, банкет. Осетр, все есть, ребятки. Можете, пока я показываю, можете пойти на кухню, поставить пельмешки. И с пельмешками я вам буду показывать книгу, а вы лопаете пельмешки. Так, написано. Что здесь написано? Характерная особенность нашей революции состоит в том, что она дала народу не только свободу, но и материальные блага, но и возможность зажиточной и культурной жизни. Иосиф Виссарионович Сталин. Отец всех народов написал вот такие вот душераздирающиеся строки. Так, Министерство промышленности продовольственных товаров СССР. Книга о вкусной и здоровой пище, это я уже говорил. Одобрена Институтом питания Академии медицины и наук СССР. Представляете, ребята, одобрена. Пищпромиздат, Москва, 1955 год. Далекий 1955 год. Уже больше 60 лет этой книги. Это вступление к изобилию. Вот написано. Тут какая-то, вот смотрите, тут даже какое-то письмо есть. Но это потом рассмотрим, ребятки. Я еще сам толком ее не смотрел. Потому что я ее купил. И сразу же решил, прибежал с улицы. С покупок и решил вам снять видео, потому что у нас такая жара стоит, что капец. Вот, смотрите, гороховое пюре. Смотрите, какое гороховое пюре. Вот, дальше такие посмотрим иллюстрации. Тут какое-то мясо жарится, кухня. Вот какая должна быть кухня в чистоте и опрятности. Холодильники, морозильники, стиральные машины. Смотрите, холодные блюда и закуски. Смотрите, какая красота. Салаты. Все салаты. Салат с маслом и уксусом. Салат здоровья. Салат из свежих огурцов в сметане. Вот интересная такая салаты. Так, салат из капусты. Салат с яблоками. Капец, тут очень много. Смотрите, вот видите, наши сельские друзья выращивают капусту. Это очень тяжелый труд. Вот такое вот блюдо. О, это вообще... Морепродукты, очень хорошая, вкусная, питательная и полезная еда. Шпроты в масле. Кто любит шпроты в масле, можете сразу ставить лайк и подписаться на мой канал, ребятки. Вот такие вот тоже моряки. Они выходят в море лишь для того, чтобы на полках появились вот такие вот шпроты, судак и другие вкусные рыбы, салаты. Очень интересная книга, ребятки. Даже самому полистать. О, смотрите, какая семга, наверное, туда. И какие-то еще морепродукты. Судак, наверное, под пивко. Очень вкусно, наверное, я думаю. Так, смотрите, вот тоже какой-то перчик здесь. Голубцы, икра. Вот даже все написано, все подписано. На баночке, открывашечки, все есть. Хочу вам показать эти рисунки. Вот, смотрите, какой патиссон. Это таких, я помню, в банках продавали в советское время. В магазинах майонез. Такие вот какие-то оладушки, я так понял. Вот, смотрите, тут тоже томатный сок.
Классно. И вот такие вот тут тоже маслины. Это маслины, спаржа. Вот такие вот полезные, вкусные, питательные продукты питания, ребята. Тут тоже вот лимон. Тоже вот какие-то вот кукуруза. Для вегетарианцев, кто мясо не кушает, тоже овсянка, сэр. Вот такая вот геркулесовая овсянка. Яички, молоко. Вот таких вот бутылочках подавали молоко. Яйца, сырок, кофе. Все есть, я это помню. И это было уже ушло, но это было, люди помнят. Изделия из теста. Очень интересная книга. Смотрите, вот тоже Геркулес, каша и так далее и тому подобное. Интересная книга. Состояние, конечно, немножко, как вам сказать, ну, потрепанное временем, но листы все на месте. Есть такие вот желтые пятна, вы видите от старости. Но книжка интересная. Интересная книга. Ребята, 300, 400 листов она имеет. Вот 399, 399 листов. Вы видите, вот тут уже 400, это уже вот здесь какая-то закладка. Вот тоже красивая вот такая вот. Сзади вид такой вот у ее. Интересная книжечка. Вот такой даже штоф. Видите этот штоф? Смотрите. Вот такой штоф. И сегодня я вам хочу показать вот такой вот штоф. Видите? Вот. Вот, смотрите. Смотрите, видите? Похоже? Это одно и то же самое, ребята. Вот я на ту сторону переверну. Смотрите, видите, какой советский штоф. Красивый, ребята, позолота сохранилась. Все есть, все целое, ручка целая. Вот это вот все натуральное позолота, советское качество. Очень красивый. Вживую смотрится вообще бомбезно. Тут даже вот тот позолота все есть. Вот такие вот листы винограда, выпуклые вот такие, видите сами, ягоды винограда. Ручка есть. Есть даже вот эта вот крышечка, которая закрывает. Смотрите, видите, закрывает крышечка тоже по золоте. Все сделано. Но есть одна проблема, ребята. Проблема в чем? Я вам сейчас покажу, видите уже сами. Смотрите, вот такой вот маленьких два скольчика. Вот таких два маленьких скольчика. И вот тут на крышке тоже вот такой вот маленький скольчик. Видите? Сами. Ну вот это вот что всегда я видел, когда без этих крышечек, вот эта вот редкость, когда попадается еще с крышечкой. Такая же самая, как на вот этой вот картине. Вот такой вот красивый штоф. Есть даже клеймо, видите, да, Киев. Смотрите, цена его 7 рублей. Нет, 2 рубля, я прошу прощения, 2 рубля 65 копеек. Такой вот клеймо Киев завод фарфоровых изделий. Интересная такая покупка. Очень мне понравилось. Все целое, ребятки. Смотрите, какая красивая вещь. Красивый такой цвет, темно-синий такой цвет. Красивые листы, все сделано по золоте. Все так красивенько, с умом сделано для нашего народа, ребятки. Вот такая вот покупочка, очень красивая. Я и книжечка, ну и вот такой штоф. Так, и вот такая вот ракушка. Смотрите, какая вот ракушка, такая старенькая, Вова. Я думаю, этот не тот дядя Вова, о котором вы подумали, какой-то другой мальчик Вова. Вот такая вот ракушка, целая она, не битая, в хорошем состоянии. У меня их есть там пару штук. Это уже будет у меня третья такая же ракушка. Только это подписная ракушка Вова. А у меня не подписные ракушки. Такая вот интересная тоже покупочка. Тоже такая вот ракушка из морского дна с надписью Вова. Ну и документы. Вот такие вот документы, ребятки. Сейчас документы тоже собирают. Есть коллекционер. Это военные билеты, профсоюзные билеты. Документ на судно, морское судно, разрешение, ну и такое вот. Не такие вот покупки рядовые, не сильно они ценные, но вот эта вот книга порадовала вкусной и здоровой пищи. Вот такой вот штоф тоже интересный советского качества. Посмотрите сами, вот его покручу медленно, чтобы вы
насладились всей красотой дизайна и качество советского качества. Вот такой вот штоф, ребятки. Наливать сюда венцо, вот, как надо, как на этой вот картиночке, как я уже вам показывал. Видите, вот застолье, вино, грузинское вино, все есть, коньяк, мускат, ереван, коньячок, шоколад, все. И вот такой, как на картинке, такой же я сегодня и прикупил штоф. Так, вот такое у нас, ребятки, видео получилось. Находок, повторюсь, мало, но они есть. Кто еще не подписался на мой канал, ребята, подпишитесь. Подпишитесь, поставьте лайки, потому что впереди у нас еще много-много чего интересного. Каждый день я стараюсь снимать для вас видео, работаю с населением. Вы можете написать, что вы хотите увидеть, больше фалеристики или покупки у населения, или ретро-автомобилей. Все для вас, мои дорогие, уважаемые. Все, ребятки, будем заканчивать это видео. Поставьте лайк, повторюсь, и подпишитесь на канал. Всем пока, хорошего, мирного вам трудового дня, хороших находок, берегите себя. Всем мира и добра, крепкого здоровья. Крепко жму руку. Всех обнимаю. Пока моим подписчикам. Пока.